Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Huawei Watch GT Runner можно сбросить все настройки до заводских с помощью часов. То есть делать мы это будем через настройки. До этого свайпаем, нажимаем настройки, после чего опускаемся в самый низ, нажимаем система и нажимаем reset. Абсолютно все будет очищено. Подтверждаем. И ждем, пока наши часы сбросится. Вот и все настройки были сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!